В известном российском телешоу эти люди наверняка бы услышали фразу «Вы в танцах». Нина Иосифовна занимается этим искусством уже 3 года, тренировки каждую неделю. В арсенале буги-вуги, кадриль, на очереди женский перепляс. У нас нет мужчин, все сидят где-то дома на диване. Пусть выходят, пусть танцуют с нами, приглашаем. Наталья Васильевна – боевая подруга Нины Антоновой. Танцами занимаются вместе. При этом в молодости женщины никогда не увлекались этим искусством. А я занималась спортом. Я чемпионы Большесельского района в 61-м году по спортивной гимнастике. Вот этим я занималась в школе, а так танцев нет. Только дискотеки. Танцевальный флешмоб состоялся в одном из дворов Заволжского района. На танцполе и молодежь, и пенсионеры, и дети. По словам организаторов, фестиваль уличных танцев – это один из способов отвлечь людей от будничной суеты. Мы пригласили просто активную часть населения для того, чтобы разучивать разные танцевальные па, для того, чтобы вырабатывать чувство локтя, чувство коллективизма, от которого люди стали уже, к сожалению, отвыкать. Поэтому просто, чтобы культурно попытались отдохнуть. В планах приобщить к танцам всех горожан, сделав фестиваль традиционным событием. Денис Мороев, Денис Лосев. День в событиях.